Трагедия в Тирасполе. В одном из ночных заведений столицы случилась драка. Один удар, и пострадавший скончался. А обвиняемому теперь грозит тюремный срок. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. Момент смертельного удара попадает на одну из камер заведения. В нескольких метрах от нее вроде бы мирно разговаривают три человека. Внезапно один из них, 19-летний Василий Табак, разворачивается и наносит удар по лицу Валерия Гацюка. Пострадавший падает. Больше он не поднимется. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 110 Уголовного кодекса. Это умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Инцидент произошел в баре «Шерри» 12 октября около 6 часов утра. В это время диско-бар закрывается. Судя по видео, участники конфликта тоже собираются покинуть заведение. Столы опустели, в проходе никого. Один из них держит в руках напиток. Именно из-за бокала потасовка переросла в трагедию. Удар пришелся сначала по стеклянному фужеру. Его осколки повредили сосуды на шее. Пострадавшему пытались оказать первую помощь. Среди компании той или в том же баре находился молодой человек, который работал в скорой помощи. Он стал очевидцем, свидетелем этого происшествия. И увидев повреждения, которые были причинены потерпевшему, он сразу стал оказывать помощь ему. И, по всей видимости, молодой человек скончался в реанимации. Мотивы подозреваемого пока неизвестны. Одна из версий. В баре он отмечал рождение дочери. Возможно, погибший сказал то, что не понравилось тому, кто наносил удар. Определить по видео это невозможно. Пострадавший стоит спиной к камере. МВД утверждает, участники конфликта выпивали вместе. Уже известно, задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения. И на видео после удара он еле держится на ногах. По факту смерти человека возбудили уголовное дело. Вот такой удар под действием спиртного. Результат – один погибший и 19-летний парень, которому грозит до 15 лет тюрьмы. Плюс навсегда сломанные судьбы родственников участников драки.